Всем привет, дорогие друзья! Вопрос относительно будущего России. И данный вопрос в большей степени касается России, которая грядет не в нынешнем ее состоянии, а в состоянии, когда Русь действительно будет матерью, и она как мать будет собирать своих цыплят, и государство, обладающее чувством симпатии, дружескими взаимоотношениями с Россией, они будут входить в некий очень большой союз государств. На что я хотел бы обратить внимание, что это, в этом государстве те государства, которые будут входить в союз с Россией, они не будут утрачивать свою самоидентификацию, что самое интересное. То есть как будет выглядеть этот союз? Государства, входящие в Советский Союз, я сказал Советский Союз, ну, организация, на самом деле, это будет, или это государство будет похоже по структуре, но другим по сути. И те государства, которые будут входить, они будут объединяться территориально с будущей Россией, с будущей Русью, вот, но оставаться при этом государствами теми, которые они были. Наконец-то мне удалось увидеть суть этих взаимоотношений. Это будет просто одна большая страна, ну вот как сейчас есть, допустим, Россия, внутри России есть там Еврейская автономная область, Чеченская республика, вот, Дагестан и так далее, да, то есть точно так же и в этой другой России будет подобная структура, но взаимоотношения будут совершенно другие, это будут крайне братские взаимоотношения, очень интересные взаимоотношения, причем, знаете, на что я еще обратил внимание, светимость каждой страны, ну, я думаю, мы понимаем, что у каждой страны есть своя какая-то культура, свои национальные связи, свои приоритеты, свои взгляды. И вот эту самоидентификацию, что самое интересное, никто не утратит. Скорее всего, Россия будет самостоятельно заботиться о всех этих вопросах, предоставляя не просто защиту, не просто общие государственные интересы, но еще и сохраняя культуру, язык, вот, традиции какие-то и так далее. Что очень похвально. Я, например, очень удивился. Так, давайте я перечислю, потому что все-таки вопрос заключался в том, что знаете ли вы, какие страны войдут в союз с Россией и, по сути, будут будущей Русью. Приблизительно буду перечислять. Это практически вся Восточная Европа. Это Молдавия, Румыния, Болгария, Греция, Албания, Македония, Косово, Черногория, Сербия, Босния, вот, Хорватия. Венгрию не видел, Словакию, Чехию тоже не видел. Но думаю, что и Словакия, и Чехия также присоединятся, вот, но попозже. Вот. Но вот эти вот страны, они войдут в первую очередь. Но это еще не все, дорогие друзья. Греция, когда войдет, когда я увидел Грецию как союзное государство, как часть России. Я также еще слышал слово, которое несколько раз повторилось. Это Крит, Крит, Крит. По правде говоря, не очень хорошо знаком с... Боже, как же оно называется? С структурой межгосударственных взаимоотношений, с географией, господи. Вот. И мне пришлось в Википедии читать, кому принадлежит Крит. Простите, я не очень в этих вопросах, да. Вот. И также я видел, что и так называемый Кипр, который сейчас является разделенным государством между Турцией, Великобританией и там еще частью ООН принадлежит, да. Вот. Он также будет частью данного союза. Но это еще не все. Есть государство такое, оно известно как Египет. Так вот, в будущем отношения Египта и России, Руси,
будет настолько тесным и близким, что, по сути, это будет часть России. И Египет будет форпостом, который будет контролировать всю Азию. Ну, по крайней мере, всю вот эту вот часть Азии, Сирию, Иран, Ирак, Иордан, Саудовская Аравия, Ливия, Алжир, Тунис и так далее. Да? То есть Италия. Вот. То есть Египет с точки зрения стратегии, он очень выгодно располагается на границе многих государств, правильно? И в будущем отношения именно с Россией будут настолько глубокими, что Египет также станет частью России. По крайней мере, я так видел, но какой именно это будет союз, я не могу сказать. Я видел просто общие границы, и это государство будет частью России. Вот. Что я очень хочу донести, что Египет каким-то образом будет преобразован в особое государство, которое станет основным в этой части материковой территории, азиатской материковой территории. Понимаете? То есть, скорее всего, судьбы впоследствии соседних государств будут зависеть напрямую от Египта, и Египет будет находиться в руководящем положении относительно Израиля, допустим. Кстати, Израиль будет полностью под влиянием и под покровительством. Нет, не под покровительством, он будет полностью находиться в пределах союза вот этих вот государств. Ну, то есть в пределах Руси или России. Вот, полностью. Я сам удивился, но относительно Израиля уж казалось бы, да, вроде такое государство, но нет, все же будет Израиль полностью находиться под влиянием России. Вот. Но относительно Израиля будут какие-то конфликты. Это раз. Во-вторых, и с Турцией также будут очень серьезные конфликты. И также в видении я видел, что в нынешнее время Азербайджан, на самом деле, то, что произошло в Нагорном Карабахе, это не все влияние Турции. Есть еще очень много подводных течений, которые всячески находятся в скрытом положении, состоянии. И осмелюсь предположить, и другие страны Кавказа, которые там же находятся, в этом регионе, да, то есть это Грузия, Армения, вот, они также находятся под мощным давлением именно Турции, что впоследствии станет объектом раздражения для самой России, и что-то случится, и из-за чего, кстати, и пострадает тот же Израиль, Иерусалим, Израиль, да, государство называется. Вот. Но это давайте я в следующем ролике уже запишу, предсказания относительно Турции. Там тоже интересная история. Вы также просили предсказания относительно Турции, будет. Вот. И заодно поговорим о Кавказе. Но давайте это уже в следующем видео. Пишите, задавайте вопросы в комментариях, буду стараться ответить вам.